В набережных Челнах появится аллея героев Советского Союза. 11 бюстов разместят в Парке Победы. Работы на будущей аллее уже ведутся, а ее торжественное открытие запланировано на 30 августа. Места на пьедесталах займут бюсты героев Великой Отечественной и Гражданской войны, жизнь которой была так или иначе связана с набережными Челнами. Среди них как коренные челнинцы, так и те, кто приехал в Автоград в годы строительства КамАЗа. По словам организаторов, несколько десятилетий краеведы собирали информацию, узнавали детали о жизни героев. Так, например, Василий Чуйков – дважды герой Советского Союза. Участник гражданской войны. Он примерно два года воевал. В 1918-19 годах он участвовал в освобождении нашего города от войск Колчака. Среди героев всего один коренной челнинец – Николай Кашаев. До сих пор в его честь не было установлено ни одного памятника. На то, чтобы воплотить идею в жизнь, ушел год. Работы по строительству аллеи профинансировал предприниматель Радик Равилов. Без аллеи героев было бы как-то нехорошо. Каждый человек после себя уж должен оставить память, чтобы дети наши, молодые поколения, чтобы все это видели, знали, что с нашего города столько героев вышло.